Всем привет! Ну что, соскучились? В эфире ТОП-10 и я, суперзвезда, король гламура Сергей Зверев, приготовил для вас десятку лучших клипов уходящей недели. Дискотека «Авария» находится в аварийной ситуации. Группа остановилась в шаге от вылета из нашего хит-парада. А ведь музыкантам пришлось пройти на жертвы ради этого клипа. Дискотека «Авария» ждет ваших лайков на 10 месте. Певица Натали так и не сумела дойти до тройки лидеров хит-парада ТОП-10. А ведь ее клип на песню «Шахерезада» продержался в десятке больше полугода. Думаю, Наташе следует подумать над созданием нового хита. Со следующей нашей певицей шутки плохи, ведь оказывается, она еще и гангстер. Выстрелы из настоящего оружия, ограбление, предательство. Через все это пришлось пройти певице Максим, чтобы порадовать вас своим новым клипом «Год». Последняя неделя лета позади. И Вера Брежнева теряет две строчки. Певица уже на 7-м месте. И, похоже, Вере пора снять клип про работу или сон. Ведь дождливое осеннее утро редко бывает добрым. А вот сойти Казановой и Арсениуму, несмотря на окончание лета, удается удерживать за собой 6-е место ТОП-10. Впрочем, осенняя пора тоже время романтики, а ее в клипе у ребят хоть отбавляй. Дима Билан совсем недавно был признан лучшим певцом десятилетия по количеству прослушиваний на радиостанциях нашей страны. Поэтому его стремительные успехи в ТОП-10 не вызывают удивлений. Меньше чем за месяц певец добрался до 5-го места со своим новым видео в стиле Love Story. Похвалили мы группу Five Star Family в прошлый раз, и, похоже, их поклонники расслабились. Ребята теряют одну позицию и покидают тройку лидеров. На этой неделе у Five Star Family лишь 4-е место. Похоже, новые солистки Виагры в скором будущем вполне смогут повторить успех золотого состава группы. Девушки с каждым днем набирают популярность. Ну а с поддержкой самого крутого битбоксера страны успех точно гарантирован. У меня появился другой, уже на 3-м месте. А вот Нюше, похоже, пора активизировать свой фан-клуб. Ведь певица не привыкла исполнять роли второго плана. Но пока ее клип на песню «Только» занимает лишь 2-е место. Группа «Серебро» может гордиться своими поклонниками, ведь они уже 2-й раз возвращают артисткам первую строчку хит-парада ТОП-10 за клип «Я тебя не отдам». А если вспомнить, сколько времени трио не отдавало первое место другим артистам, то остальным участникам нашего чарта стоит серьезно задумываться, как вырвать победу у «Серебра». И на этом все. Мне остается лишний раз напомнить, что победителя ТОП-10 выбираете только вы. Так что не жалейте голосов за своего любимого артиста в официальной группе телеканала Russian Music Box ВКонтакте. С вами был король гламура, суперзвезда, нереальный артист, просто супер-супер-пупер. Сергей Зверев, до новых встреч на телеканале Russian Music Box.